Всем привет, с вами Юлия Ульянова, это My Beauty Box, коробочка, приуроченная к 8 марта. И пришла она практически сразу после праздников. Первое, что порадовало, это вот такая открытка. Здесь написано «Дорогая красавица», и такое пожелание очень красивое, очень нежные, милые цветы, и цвета такие приятные, пастельные. В общем, очень было приятно открыть эту посылку и увидеть такую открыточку. И я написала об этом в Инстаграм, и представители этой коробки написали, что они прислушались к тому, что я говорила в предыдущем видео, и поменяли эту открытку. Это супер-мега круто сервис, который действительно к нам прислушивается. А теперь давайте же посмотрим, что тут внутри. Номер один по списку у нас вот такая карточка от L'Oréal. Это Shade Genius Card. Это карточка, которая помогает подобрать свой идеальный тон. Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно здесь ее вскрыть, приложить колбу к щеке, сфотографировать и с помощью вашего смартфона, ну или какого-нибудь чужого смартфона, и вот этого приложения Shade Genius вы можете узнать свой идеальный тон. Мне кажется, это одна из гениальных идей, потому что подобрать тон очень и очень сложно. Даже зная какой-то примерно оттенок, в каких тонах нужно смотреть, у каждой марки какой-то свой оттенок, какие-то свои нюансы, где-то розовый потон, где-то желтый потон. Все нужно тестировать, обязательно носите на руки и на лицо и смотреть, как это будет подходить. И в любом случае эта штука очень крутая, даже если она не подберет идеальный тон, хотя бы сузит рамки поиска до нескольких каких-то оттенков. Даже если этот оттенок будет не идеальным, то он будет очень близок к тому, что вам нужно. Далее у нас аромат от Calvin Klein. Ароматы, как вы знаете, если вдруг не знаете, то знаете, что мы практически всегда пропускаем, за редким исключением. Но вот такой аромат у нас тоже здесь был. Я иду ровно по карточке. Здесь есть основной состав и еще 4 бонуса. И вот следующее средство из основного состава. Это вот такая сыворотка от L'Occitane из серии Божественный Мартель. Это регенерирующая сыворотка. Я сначала, когда увидела, подумала, что она масляная, немножко так расстроилась, потому что сейчас не время для масляных сывороток. Но нет, эта сыворотка не масляная. И она просто потрясающая. Я люблю средства от L'Occitane. Всегда у них очень хорошие пробники. Даже если это какой-то небольшой тестер или сэмпл, то всегда хотя бы разнообразие какое-то и оживление в уход эти средства точно вносят. И эта сыворотка просто потрясающая. Мне она очень понравилась. Очень-очень маленький расход. Я почему-то думала, что расход будет больше. Она очень здорово наносится, отлично впитывается. Нет никакой пленки, нет ничего лишнего. В общем, супер классная вещь. Вообще серия Immortelle возрастная, но в момент смены времени года, я считаю, что подержать себя вот такой штучкой, это просто супер-мега-класс. Следующая миниатюра у нас довольно-таки большая и увесистая. Это 15 мл аромата от Yves Rocher Soul Elixir. Вот такая приятная и удобная упаковка. Мне кажется, даже если в подарок кому-то это преподнести, то выглядит тоже очень здорово. К тому же носить с собой гораздо удобнее, чем большую упаковку. И насчет ароматов вы тоже все знаете. Если вы смотрите не только коробочные видео, но еще и видео влог недельки, то вы знаете, что ароматы от Yves Rocher и L'Occitane у меня стоят где-то на отдельной полочке. Они напоминают мне всегда цветы, парки, прогулки. Это те ароматы, которые можно, вот гуляя где-то в парке или в ботаническом саду, можно вдруг откуда-то уловить. И вот этот аромат, как только я его получила, я сразу нанесла его на бумагу, и я просто сидела и вдыхала этот аромат. Вот настолько мне нравятся эти ароматы. На себе мне сложно их носить, это не совсем то же самое. А если я слышу этот аромат откуда-то вот рядом, то есть на какую-то вещь это нанесено, на какой-то предмет. И для меня это возвращение в какой-то потрясающий весенний сад, в какой-то летний отдых, в какое-то путешествие. В общем, я невероятно довольна этим ароматом. И здесь в коробочке есть еще одно средство от Yves Rocher. Это блеск для губ. Сейчас можете видеть его на мне. Сегодня этот блеск нанесла поверх нюдового оттенка от Clarins Soft Berry. Это Jolly Rouge. Он такой оттенок чайной розы. Мне показалось, что этот блеск сверху нюдовых каких-то помад, даже насыщенных, смотрится просто здорово. Вообще этот блеск, этот аромат, они какие-то супер весенние. Меня это настроило просто на супер-мега весну. Я подумала, что совсем чуть-чуть осталось до того момента, когда мы сможем вот это вот совершенно спокойно носить на улицу. Он прозрачный, в нем блестки, но они вот не такие пошлые, которые будут переливаться всеми цветами и радуги, как на дискотеке 80-х. Здесь такой очень нежные такие оттенки, и он не персиковый и не розовый, очень приятный и без всего, и сверху какой-то помады. Он не липкий, и еще у него аромат апельсинчика. Мне кажется, что это прямо стойко пахнет апельсинчиком. Помимо апельсинчика, здесь еще какие-то в аромате точно есть фрукты. В общем, эта вещь меня невероятно порадовала. Вообще, вот этот дуэтик супер весенний настроил на классное такое настроение. То есть только 8 марта закончилось, тут эта коробочка,
и вот такие супер весенние вещи. Это все в основном составе, дальше пошли бонусы. И бонус, надо сказать, довольно-таки крутые. Это тоже средство от L'Occitane, это пробник увлажняющего геля, здесь 8 мл, опять же, такая увесистая, красивая, классная коробочка, как всегда у L'Occitane. И что опять же порадовало, это попадание во время года. Сейчас весна, мне требуется больше увлажнения, это как раз то, что мне нужно. Это средство очень легкое. То есть на зиму, мне кажется, его, конечно же, было бы маловато, то есть нужно было еще что-то наносить. И сейчас как раз самое время пробовать легкие текстуры и легкие гели, потому что наш зимний уход заканчивается, начинается весна, а потом у нас будет лето. Нужно успеть попробовать что-то, что будет хорошо увлажнить, при этом без утяжеления кожи. Вот одно из таких средств. Причем я удивилась, я ожидала более легкого эффекта. Мне казалось, что это будет типа, может быть, гель алоэ или, может быть, вот гель с улиткой увлажняющего, что он все-таки засыхает, и потом нужно еще какое-то дополнительное питание или увлажнение. Этот гель даже с сухими участками у меня вот здесь вот справился very nice. Я очень приятно осталась удивлена и продолжаю пользоваться этим средством. Сейчас, конечно, не в качестве дневного, но в качестве вечернего ухода. Если вы видели коробку Елены Крыгиной «Проблемная кожа», то вот я использую какие-то средства для того, чтобы повысить иммунитет кожи и именно на какие-то проблемные участки. А на сухие участки наношу этот гель, и это все вместе работает очень здорово. Также у нас здесь такая интересная коробочка, довольно-таки большая. Здесь написано «For Men», специально для мужчин. И здесь два аромата. Вот такие два ароматика. Один от Guerlain, а другой от Нарцисса Родригес. И надо признать, что когда они лежат вот в такой коробке, это, конечно, выглядит гораздо прикольнее. Если это преподносится даже не в качестве какого-то подарка, а просто милая безделушка или элемент внимания, что вот для тебя дорогой. Мне кажется, что это уже выглядит более как-то классно, чем просто вот тебе два пробника. Это какая-то интересная коробочка. Даже может быть как составная часть какого-то подарка более крупного. Идем дальше. Еще два бонуса у нас осталось. Это средство от Makeup Forever Face & Body. Мне это средство уже выпадалось в коробочках. Это тональное средство на водной основе, и эта вещь достаточно интересная. Если вы никогда не пробовали такие жидкие тональные основы, то я очень советую. Эта штука выглядит более натурально, чем очень многие более такие жирные средства, чем BB-кремы, впитывается и создает эффект такой второй кожи. И такую текстуру, в принципе, протестировать точно стоит, и это хорошее средство именно для коробки, потому что просто пойти и купить незнакомую текстуру, не зная, как это будет на тебе, даже если где-то в магазине это куда-то сюда нанести, даже сюда, все равно это не то же самое. Поэтому в коробке получить и протестировать именно новую текстуру, это здорово. Причем я заинтересовалась этим средством далеко не сразу. Первый раз, когда оно мне пришло, оно мне не понравилось, а потом вот второй раз мне пришло это средство в другой какой-то коробке, и я уже им воспользовалась, причем несколько раз, и мне действительно оно не понравилось. Я поняла, что есть разница между текстурами, и что они выглядят по-разному, дают разный эффект, и в принципе тоже может быть интересно. Особенно, кстати, вот летом и весной, когда хочется чего-нибудь полегче. Поэтому если даже не Makeup Forever, может быть каким-то другим брендом, есть у Bobbi Brown также такое достаточно жидкое средство тональное, попробуйте, может быть как раз будет то, что нужно. Еще один пробник, тушь Sephora Full Action, также у меня она есть, и эта тушь у меня в разряде повседневных тушей. Она не может дать какого-то супер такого объема, там эффект накладных ресниц. Вернее, конечно, она может сделать что-то похожее и великолепное, но с ней нужно будет провести достаточно много времени. Мне очень нравится щеточка этой туши, она супер-супер разделяет. И даже если есть какая-то тушь, которая вам нравится, но у нее такая щеточка, что она делает там много объема и кое-где их склеивает. Потом пройти сверху вот такой щеточкой и все разделить, это идеально. И для прокрашивания нижних ресниц тоже невероятно здорово, можно очень незаметненько покрасить ресницы, при этом они все будут разделены и выглядеть очень-очень естественно. Для дневного повседневного макияжа тушь отличная, супер разделяет, дает оттенок, дает даже некоторый эффект того, что ресницы у вас чуть побольше, чем на самом деле, и при этом она не слишком заметная и не такая выдающаяся, чтобы все на вас обращали внимание, что слишком много косметики. Также, конечно, здесь карточки, скидки, рекламки, и это все, что у нас было сегодня в коробочке. Я надеюсь, вам было интересно, нашли для себя что-нибудь интересненькое. Особенно будет интересно узнать, заказывали вы эту коробку, что из этих продуктов вы уже пробовали и как они вам. Обязательно подписывайтесь прямо сейчас, если еще не подписаны, потому что у нас с вами впереди очень много классных средств и новых коробочек. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной нашей коробочной волне. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока!